Так, че, ух ты. Прикольно. Я начал с места города. Ух ты. Охотники за головами. Я же говорил, они есть. Ну-ка, хочу узнать, что это. Так. Это мой конь. Дух, ух ты ж мой. Ты молодец. Как тебя погладить-то? Дайте. Молодец. Хороший мальчик. Побежали, побежали. Сейчас мы еще уедем отсюда. Это вопрос времени. Так, итак, просторы запада. Дикого. Так, где кого тут убить? Ячейка, ты скажешь, что содержит файл? Ну да. Че это было? Не слишком мало. Ну, смотри-ка. Может, именно он нам и нужен? Мистер, вы охотник за головами? Возможно. Вы что? Ну, по-моему, вы тут не для того, чтобы отдохнуть. Или обсудить законы округа. Ничего другого мне от вас не нужно. Есть только... Чё? Ладно. Чувствуешь этот запах? Этот город скотозаводчиков. Преступники и всякий сброд слетается сюда, словно мухи. Я не из тех, кто сует от людей по первому впечатлению, но я уже не мальчик. Так, добудь мне то, что мне нужно, и я хорошо заплачу. Вопросов задавать не стану. Ну, и что же вам нужно? Взгляни вон на тот плакат, вон на той стене. Это подлый мошенник. Он отправляет людям свой... Чё? Ладно, короче, он мешает людям. Убил больше людей. Вот, здорово! Похоже, для него это какое-то извращенное удовольствие. В салуне один парень сказал, что вроде видел его. Прямо на севере отсюда. Сможешь доставить его сюда? Награда хорошая. Но он нужен мне живым. Женщины, которые он сделал вдовами, должны получить компенсацию перед тем, как мы его вздернем. А какую компенсацию? Ну, посмотрим, что можешь сделать. Удачи вам. Так, а теперь загадка номер 10. Ага. Пристрелить, сумка. Читать. Так, сейчас, секунду. Так, развернуть ничего. Читать. Так, разыскивается 50 баксов. Да, господи, я одним налетом больше набиваю. А, любую информацию. В общем, нужен живой, да? Так, как там убрать? Так. О, и сразу есть куда ехать. Отлично. Давай, лошадь, иди ко мне. Уйди, моя маленькая. Кто у нас хороший понь? Ты у нас хороший понь, да? У меня охота. Блин, но его надо живым брать, вот что плохо. Чё? Так. Поехали, поехали, давай. Нам нужно его поймать, забрать деньги и вернуть себе. Теоретически мы можем убивать просто случайных прохожих. Если нас никто не заметит, то ничего не будет, ведь так? Скачи галопом. Тоже мне дороги для слабаков.
Что за каньон? Тихо. Нигде он. Неужели он снизу? Че, у меня нет бинокля, что ли? Странно, почему-то нет бинокля. Так. Так. Где же мне его искать? Да, господи, хоть не писать. Так, где же? Нормально. Так, по идее, говорят, что может подсвечивать травы, которые может собрать, но я ничего не вижу. Обыщите район. Что за след? А, блин! Нормально, я не пострадал. Что это? Что это, рыба? Это курица? И она бегает по воде, ужас. Так, кажется, я вижу его. Фигаси. Так, еда. О. Ну и кто это у нас тут сидит? Стоять. Ах ты ж гад. Что за... В смысле убежал? Не понял. Я даже его лошадь ранил, чтобы он не убежал. В смысле я его испугнул? Я не могу его поймать? Да ладно. Вы Бенедикт Олбрайт? Нет, сэр. А похож. А мне сказали, что он будет здесь. Нет, это не я, сэр. Потому что... Я хочу купить лекарство. И я слышал... Слышал много хорошего. Я заплачу золотом, если вы поможете мне его найти. Просто моя мать очень больна. А, ну в таком случае, если это для больной женщины, то я готов помочь. Знаете, я целитель, знаток медицины. Лучшее лекарство во всем штате. Ну, вот и все. Игра окончена, мистер. Поднимай руки. Я тебя арестую. Арестуйте? За что? Говорят, твой товар убивает людей. И за твой голову назначь награда. Точно не знаю и не хочу знать. Да ладно, перестаньте, это все чушь. Я целитель. У меня есть аура. Я общаюсь с духами. Я ученый. Люди ни за что на меня не разозлились бы. Это ошибка. Не опускай руки, приятель. Тебе просто хотят задать пару вопросов. Я настаиваю, что это ошибка.
Не дури. Господи, ты мне живой нужен. Надо дерьмо. А чё не так, я же? Прости. Да какого чёрта? Эй! Так, должно быть или нет, я не понял. Как тут F1? Господи. Ещё пока откроешь его. Почему всегда обязательно люди находят... А, время, когда писать так, венское, а? Их легко узнать по круглой фигуре и благородной голове. Игривую... А, игреневую и бегую Табиану масти можно найти в дикой, оно понятно. Все, надо гнать. Почему не могу сразу уйти? А. Какая камера кинематографическая, вообще серьезно? Давай. Черт, как ловить-то? Давай лошадь. Как мне его поймать вообще? Походу из меня такси. Есть. Фух. Давай, иди сюда. Как его тащить-то? Почти, давай, иди сюда. Все хорошо. Стоять, стоять. Все хорошо. Конечно, мне не сразу это получилось, но да ладно. Ха! Вот все. Да господи. Все. Конечно, это не самая удобная вещь. Так. Ему-то деньги все равно не нужны. А, платье на крыльце. Где моя лошадь? Так, погрузить. А ты молодец. Но ты не моя лошадь, я тебя сильно кормить не буду. Так. Ой, ты ж, господи, что ты творишь? Извини. Как же это неудобно. А что будет? А, извините. А ты кто такой? Окликнуть. Мне, в принципе, особо ничего не нужно было, я просто хотел ружье. И деньги. Кто-то ездит, очень непонятно кто. Как он узнал, что я целюсь ему в спину? Вот это странно. Какое-то читерство. А у меня есть шляпа?
Да, господи. Да, пусть это будет. 200 патронов, фига себе. Ладно, лошадь, не бойся. Все хорошо. Жалко, тут нет индикатора испуга лошади. Господи. Это глубокий вид даем? Нет, не глубокий, хорошо. Я же не знаю, где здесь глубокий, не глубокий. Вали отсюда. Без проблем. Ну, это все. Да, господи, ну... Нечего мне тискать, ну нечего. Что это за проезжая часть такая-то? Не, ну а что, мне же хочется пострелять. Конечно, понятно, что их можно всех не убивать, но... Когда еще будет такой шанс? Пострелять безнаказанно? Ударить он. Тихо там. Потерпи немножко. Мы тут рядом. Вообще, конечно. Да не говори. Надо еще попробовать убежать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Молодец, лошадь. Ты давай, иди ко мне. Ну хватит мне писать. Так, теперь его надо донести. Добрый день. Сюда? Куда его? Дальнюю камеру. Какую? Здесь, что ли? Это ужасная ошибка. Я ни в чем не виноват. Ни в чем. Приятель, я же сказал, заткнись. Заткнись уже, а. Удачи. Это было весь. Ты не настоящий мужик. Если просить у других прощения, запомни это, приятель. Я уже забыл. Итак, сэр, сколько вы предлагали? $50. Вот. Спасибо. Мэм. Нормально. А теперь вспомни мои слова. Че, скоро ездить туда-сюда? Так. Ты мой лошадь? На, ешь, ешь.
Что-нибудь новое узнаю? Да вижу, что на нуле. А чё он не увеличился, я не понял. Ну, ты будешь топить, нет? Чё за точка была? Тебе что ли? Слишком стар для работы. Дайте нам. Так, и чё мне дать-то? Ну, на. Как повалялось? Батонница хорошо. Чё ты мне пустили? Я тут преследую попрошайку. Да меня тут попрошайка преследует, я уже дал денег. Чё ты делаешь? Так, давай деньги попрошай. Я тут маман все мучает, говорит, когда мы телефон уже поставим? Нам вообще нужен телефон? Не знаю, может быть. Я не знаю, зачем ей телефон. Просто спрашивает, говорит, когда за телефон поставить? Я говорю, не знаю, когда-нибудь дойдем до него. Говорит, ну нет, ну вам же надо, пока у вас время есть. Наташа же дома как раз может. Ай, заряд самой шлечи. Что? Чем там нафиг? Как это нельзя установить? Да хорошо. Да, вроде нет, максимум только Наташка звонит. А так особо я не знаю, сейчас телефон так лежит так. Я скажу, что это необходимость, как бы есть, есть, но прям такая необходимость, как мне пытаются тут ее навязать. Ну, мне всей картошки будет много, если что. Я же понимаю, что ты думаешь, что я так много жру, но я так много не жру. А, вот так, да? То есть тебе вообще не жалко. Ой, да.
Все не бывает. Ты чего сразу сожрал? Может, схрям? Маман написал спокойной ночи, и еще не полчаса уже написывает. Да по-всякому, говорит, маман пытался доконать, типа, поставьте телефон, поставьте телефон, поставьте телефон. Я говорю, когда не поставим, поставим, когда никогда не поставим. Я говорю, учи планшет, когда не выучу, когда не выучу. Да, я не знаю, мне кажется, это как радиоточка, особо уже не нужна. А твоя мама что, не любит телефон? Шаг вперед. Детализация в игре. Они лошадям гениталии приделали. Ты приколяешь? Приколись. Лошадям приделали гениталии. Вот зачем такая детализация в игре? Ты никогда не задумывался? Почему? Ты все равно? Так, что-то я ничего не понял. Я могу... А? Да я сам с собой. Тихо. В смысле, где лошадь? Она еще ниже упала. Вообще был эксперимент, конечно, ее скинуть. Я могу поехать туда. Я могу двинуть сюда.
Не, давайте убьем его. Даже просто убить же надо. Тихо. Офигеть, он дорогу выбирает. Тихо. Главное, не падай. Да блин! Лошадь, ты где? Что такое? Все хорошо же? Просто я еще учусь. Сама виновата, что вступилась. Да ладно, ее покормить-то можно. Восстановите статус выносливости. Господи. На, ешь. Как мне глаз восстановить? Ой. Не помню. Так, ладно. Вроде как глаз я выбил все эти. Наверное, это сон, отдых нужен. Спокойно, девочка. Мне везет. О, ты ж. Мы не грабим. Интересно, меня не обидит, что он черный. Я его ограбил не поэтому. Говорят, желтые тоненькие. Ну вот, а толку-то. Ага, он показывает, что он дает. Ружье же самая тема вещь. Так, я еду в мороз. Интересно, меня не помрет, чувак мой? Кстати, я даже не знаю, что будет, если я здесь помру. У меня есть куча заданий в моем лагере. Как бы, с одной стороны, логично было бы вернуться туда. Выполнить их. Но. Че, убежал? Собак. Теперь вы можете резко поворачивать лево и вправо. Shift и Ctrl. Так, что-то я, по-моему, где-то затупил. Так, стоп. Лошадь, давай вниз. Походу я еду в холодный край. И походу я мог лошадь привести, да? Проблемы. Надеюсь, я не замерзну. Скачи. Так. Ух ты. А почему это просто еще еду восстанавливает? Плохо. Сколько мне еще скакать, стойте? Матерь моя, вы что, серьезно?
Да господи. Нет у меня. Чё, какой Владимир, алё? Какой? Ну, это славненько. Убит кролик. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Освеживать. Справочник обновлен. Ух, ёж твою зонгу. Серьезно? Он просто вырвал с него. Нет у меня, Владимир, отошел же я. Что же вы мне звоните? Я не понимаю я. Так. Природа, которая питается листьями, кустарниками, ветками для охоты, лучше всего винтовка в армии. Шкура зайца можно использовать для создания предметов, а мясо, пусть и странное на вкус, но вполне съедобное. Конечно, это было очень жестоко. Что еще тут обновил? Свежую живот вы также можете забрать мясо туши. Разбейте лагерь, чтобы приготовить мясо. Что? Кто? Блин. А каким макаром мне его разбивать? А, вот. Ша, мы себя поедим. Походу я не доеду. Ха, прикольно. Так, есть, спать, создать предмет. А у меня есть, чтобы это создать все? Может быть. А откуда у меня все это? Дичь. А! О. Показать все, эффекты приготовить. Слушайте, а классно. Есть. Классно. Так что я еще могу приготовить оленину. Ух ты, прикольно, с мятой, с травами. А, круто, смотрите-ка. Сохранить предмет. Все, ну это отлично. Тоники, 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 женьшень. Патроны, фигать. Ладно. Так, следовать, уйти. Все, сворачиваем обратно. Эй, я ж тебе... Погрузить. Ну, поскакали отсюда. А то здесь холодно. Хм. Черт, холодно, говорит. Мы объедем всю эту пургу. Либо помрем. Вообще. Странный эксперимент сделал, да? Давай, держись, конь. Сколько мне там ехать? Блин, я же не доеду вообще. Нафига я еще поехал? Я не знал, что так далеко. Назовем это глупое решение. Если будет совсем холодно, надо будет разбить лагерь и лечь в нем.
Держись, лошадь, держись, ты сможешь. Конечно, стрёмно ехать, я сам боюсь. Блин, поехал убивать, а? Там же мне. Мастер убийства, да? Давай, давай, давай. Давай, отдыхай быстрее. Иначе мы умрем здесь. Странно, ни дичи, ничего не вижу. Собак. Ладно, убежали. Я просто еще не приноровился убивать их. Бегом, 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 бегом. Блин, он его не просто свяжет, он его рвет, он вырывает его из его шкурки. Это же вообще жестяк. Я могу сразу несколько райков взять? Черт, давай, тут бурка начинается. Надо, я могу выбросить? Ладно. Давай заменим одного на другого. Походу не могу. Все, поскакали отсюда. Может, конечно, о, блин, холодно. Держись, лошадь. Сам мерзну, поверь мне. Но мы проедем этот перевал. Конечно, назад будет тяжело ехать. Но это будет наше интересное приключение. Получается, в один конец. Вот черт. Что, неприятно? Стоп, что? Где ты? О, я прибыл. Так. Сумка, я могу переодеться? На, отстой, мне нечего одеть. Здрасте. Бум! Фига себе! А! Я ж все видел. Что с тобой такое? Давай! А. Фак, а вот тут надо теперь подлечиться. В глаз красиво. Что я забрал? Деньги забрал? Блин, я сейчас сдохну уже от переохлаждения. Давай, согрейся. Классно мы к ним подошли.
Все это продадим, вложим. Соломенная шляпа. Так. Вон какой-то жмур валяется. Так, что у нас тут есть? Да-да. Флако, ты здесь? Я не хотел не прятаться, но мне надо поговорить с тобой. Обои, Калое. Убери оружие, я выйду. Я обезоружен. Вот секунд. Я просто хочу поговорить. Убив всех его друзей. Пробую Калое. Конечно. Вот тебе мой ответ. Держите, чтобы заполнить шкалу. Когда шкала заполнится, вы выхватите оружие. Кого вы удерживаете? Я не понял. Какая шкала? Алло, чё за... Я нифига не понял. На. Ну, красиво. Вот так поговорили, да? Что это такое? О, револьвер другой. Здесь столько справочников, я просто в шоке. Раритетный ковбойский револьвер. Какой лучше? Так, у него... В смысле, у этого оружия лучше, что ли? Что это значит? Жмите там, чтобы открыть селективный экран оружия. И чё? А, господи. Сделаю улыбочку. На-на. Тут какое-то оружие валяется. Что взять? Что взять? Я не вижу. Почему не дают взять? Бурбон. Да ладно. Ну, а как понять, что лучше? Ну, в плане, вот мое оружие... Или вот этот. А, понятно. Не, по-моему, вот этот будет получше. Ладно, пусть будет этот. А вы-то откуда взялись? Типа то, что меня убили, эти могут заново обшарить. Капец, у меня еще и сумка кончается. Значит, отлично. Короче, я ничего не понял. Но выглядит все круто. Значит, в следующей серии... Так, давайте пока спрячемся, потому что серия уже заканчивается. Я так понимаю, я мог с ним поговорить, и они бы на меня, скорее всего, все бы напали. По большей степени. И в следующей серии мы двинем вот сюда. Ну, добавить метку. Ну, это все. А пока давайте вот на этом мы... Нет, ну, игрок же.
Нет. Прогресс? Нет. Сюжет. Сохранить. Есть, нашел. А тут мы и закончим. И пойдем назад в следующей серии. Всем пока.